Аре. Скибиди. Туалеты. В блох сарая. Ну что ж, уж очень сильно пахнет этим обновлением. Ну, всем привет, с вами Манулич. Без лишней прелюдии выскажусь. У, скибиди, туалеты, блох сарая, кидайте самые Ну и обновленная карта, мелочи. Ну, короче, пройдемся по-быстрому. Ну, нам добавили там новые скины с камераменами там всякими. Ну, в принципе, это новое, но не осязаемое, но осязаемое. Ну, ты, главное, денежки такие вперед, дай. Единственное, что прям реально платно, конечно, появилось, это вот этот охуительный скин с Вантус Дюдом. А остальное это туалет за 100 голды. Очень символичный, кстати. В принципе, кейс хороший, он стоит своих денег, и если ты его откроешь, тебе выпадет какая-нибудь приколюха. А может быть даже та самая секретка, которая тебе никогда не выпадала. Ну и конечно же. А режим-то непростой, а на коленках сделанный. Ну, короче, сектор, ночь, эмбиент со звуками дальних боев где-то на фоне. И туалеты. Да, туалеты. До чего мы докатились? Это, по сути, просто на коленке переделанный NextBot. С малым, мое почтение, детализацией еврейских раздатчиков, сортиры. И, конечно, медленнее, чем вот эти страхолюдины ёбы, которые на спидах гоняют. И вот я не забуду эту мелкую тварь, как же я ее ненавижу. Ну и Бизон вместо Уюмпа дали, да дробаш поменяли на Спас вместо Новой. Жалко Новую. Хотя она хуйня полнейшая идет. Если по личным ощущениям, то вот пиздец какой скучный режим. NextBot он более веселее, чисто банально из-за одной причины, которую позже назову. Здесь, конечно, волны есть определенные, они с каждым туалетом тут разные. У них каждая своя механика, ну как механика, разновидность скорее. Здесь нет очень глубоких механик, помимо Бенни-Хопа. Даже вот эти вот легендарные... Нет, это просто... Это буквально скучнее, чем спидозные 2D морды. Да. Ну и вот самый главный минус, на самом деле. Нет музыки. А жаль. Ну, короче, ну да, просто NextBot выживания с некоторыми изменениями. Выскажу-ка вам я гайд на этот режим. Такой должен был выйти и на консавала ебаноидов, до того, как он исчез и появилось вот это недоразумение. Но сделаю краткий вот такой уж тут, коль позволяет ситуация. Да, в эту борьбу за жизнь против кубоголовов, унитазов и ебанов надо уметь правильно играть. И никак иначе. Итак, инструктаж по антисральника борьбе. Первое. Определись, каков путь тебе по силу. Для вечерних работяг после шаг на раундах 7-8 можно обойтись и дробашом с калашом. Многие заброшки после второго пункта не будут воскольчаться, они для ебанутых уже. Второе. Мчись как в сратобыре заяц, потому что тебе так можно и нужно. Просто ебашь. Все. Туда-назад, вперед, влево, туда-сюда, на-та-та. Третье. И вот как раз ебанутым нам, хардкорщикам, неказуалым хомячкам, кому надо очистить унитаз до блеска 20 раунда, надо взять или Бизона, или Алсат. Класс хуйня тут, поверьте на слово, я эксперт, мне мощно. Четвертое. Когда определились, начали. Тотально опустошаем глокоч и берем свою сладкую куколку. Потому что это простейшая экономия. Нахуя тратить первые попавшиеся свои доллары на капуху, когда ты можешь спокойно использовать имеющиеся патроны? Пятое. Максимально беги, дрожи, перди и прыгай, сохраняй в целости зад. И пополняй до предела патроны. А к 10-му кругу ада стоит бахнуть оскорбинки за 3 косаря кромеров. Так как... Опа! Это классный энд. Шестое. Короче, под музыку свою и другом будет в кайф. А вот одному... Пиздуйте в мираж обсасывать.
Мираж. Нет, блин, иллюзия. Его еще раз бафнули. Уж настолько пельмени хапнул, блин, что лучше скорее уже нельзя. Жирный дабл ю, сигма май. Сами идите ее изучать, она стоит вашего господина внимания. Ну, а к слову, тут есть коробка прикольная, на ней можно нюхать песок. Правда, чтобы на нее забраться, вам придется пожертвовать своим временем и усилением. Ах, ну и теперь давайте к мелочам. Ну как мелочь на самом деле, это довольно большая мелочь. Йова пропал. Во, листовка висит, а, значит, да. Вообще не ясно куда. Может в отпуск, может его схавал его брат-близнец. Может Йоба Йобу дал. А может тут можно из пальца высадить теории всякие. А может он просто сел на керамбит. Сами скажите внизу, куда он покумекал в комментариях, хоть я забыл почитать. Ну а теперь реально мелочи. Пройдемся по фасту. Йоба 2 начал жарить Бизоня. Опахная! Йоба, может быть, как раз стал, кстати, статуей на новом секторе. Почему бы и нет? Хули. Ником дали наконец-то тень, чтобы их можно легче распознавать, но всем как-то поебить тень, хоть и глазу приятно. Глазу, блять, сука. Ну и вот это приблуда на нее по барабану как-то. Ну и вот какое заключение не до обзора. Удовлетворительно. Порадоваться и кринжануть можно сразу, да-да-да. Но вот не нравятся мне эти ваши скибиди-туалеты. Вот вся гифка описывает мое мнение о мероприятии. Ну, зато охуеть потолок! Охуеть шашлык! Охуеть ультракил отсылки! Я не шизо. По трехбалке? Один из трех. Могло и лучше получиться, просто добавив...